Доброе утро всем подписчикам и зрителям моего канала. Одесса, 11 июня 2023 года. Сегодняшняя ночь в Одессе и в Одесской области, слава Богу, прошла в абсолютной тишине. Тишь да гладь, Божья благодать. У нас такой, знаете, контраст. Предыдущую ночь было 4 атаки за ночь, и взрывы, и тревоги, тревога за тревогой. А эту ночь тишина просто феноменальная, скажем так. Не было у нас ни одной воздушной тревоги, не звучало никаких взрывов. За область тоже ничего не сообщали. Ну и по официальной информации, которая известна на сегодняшнее утро, ни в Одессе, ни в Одесской области за прошедшую ночь прилетов нет. Погода поменялась у нас немножечко. Вот, но об этом предупреждали еще со вчерашнего дня. Передавали о штормовом предупреждении, но как такового штормового предупреждения нет, просто пасмурно и дождик. Такие дела. Я на связи, друзья. Всем желаю мирного неба, хорошего дня, хороших выходных. Подписывайтесь обязательно на канал, чтобы не пропускать новые видео. До встречи, всем пока.